интервала Эсперанс представлен у нас в четырех размерах. Полутораспальный, двухспальный и евро. А также размер есть кресельный, односпальный. То есть вы можете гобеленом укрывать ваше кресло, ваши диваны. И евроразмером, конечно, кровать в вашей спальне. Гобелен вообще замечателен, как новая обивка для мебели, как защита для мебели. Так. Если мебель старая, защитите ее гобеленом. Обновите. И обновите да. ее. Да, мне очень нравится то, что гобелен это все-таки такое покрывало атмосферное. Оно подходит ко многим интерьерам. Оно достаточно классическое. В данном случае Эсперанс тоже по цветовому сочетанию очень хорошо подойдет и к светлой мебели, и к темной мебели, и к стенам, и светлым, и сливочным, и коричневым оттенкам. Очень много здесь вообще цветов таких очень приятных, естественных и природных. Коралловые, лиловые, прекрасный цвет изумрудный, очень хорошая насыщенная цветовая гамма, но при этом многоцветие. И когда есть многоцветие, легко встраивать такие вещи в интерьер. Ты знаешь, многоцветие, но оно сдержанное. И поэтому это покрывало будет смотреться элегантно в любом интерьере. И это классика, которая всегда в моде. Цена сегодня 799 рублей. Не забывайте добирать до бесплатной доставки, ведь в некоторые города она доходит до 700 рублей. Это еще одна экономия. Кстати, об экономии. Сегодня, покупая одно покрывало, вы приобретаете практически два. Да, потому что у нашего покрывала нет лица и изнанки. Люд, вот за что я люблю гобелен, который правильно сплетен. И именно жаккардовым плетением. То, что он не будет иметь лица и изнанки. То есть вы имеете возможность почаще освежать свой интерьер. Одна сторона получается более не маркая такая, да. темная, да. И моя мама сказала бы, о, на ней не будет видно пыли, точно. Она не маркая, она такая очень удобная в быту. В джинсах можно посидеть. Точно. А вторая сторона освежающая. Так что, конечно, сегодня замечательная экономия получается. Два покрывала по одной цене. Два покрывала по одной цене. И цена от 799 рублей. Четыре размера на выбор, а это значит, вы можете подстроить такое покрывало под любую мебель, даже под кресло есть редкий кресельный размер. Юль, ой, слушай, оно такое мягкое, даже в узлы вяжется. Да, я узелок завязала неспроста, чтобы показать вам, что гобелен перестал быть грубым. Вот мы его помним таким, знаешь, вот, да, он стоял колом. Картины, помнишь да, раньше? Картины, конечно, да. сумки. Из гобеленов очень много делают предметов, роскоши, декора. И, конечно же, сегодня гобелен стал помягче. Вот это его огромный плюс. Он поменял немножечко свою фактуру, потому что к лобку стали добавлять полиэфирную нить. Она смягчила. Она гобелен сделала более податливым, так что он ровненько и легко ложится по мебели разных габаритов, разных форм. И действительно, без покупки мебельного гарнитура можно приобрести мебель, по сути, просто укрыв старую мебель гобеленом. Слушайте, ну и правда, это сколько можно денег сэкономить? Юль, слушай, ты сказала, что это целая система нитей, да? Да. А давай посмотрим поближе. Ты хочешь посмотреть поближе? Да, я хочу посмотреть, лупа. Да. Действительно, жаккардовое плетение, оно отличается от всего остального. Это не принт, это не аппликация, не наклейка и не вышивка. Это самое настоящее многослойное перекрестное жаккардовое плетение целого огромного количества нитей, систем нитей в данном случае. И получается ткань не просто с красивым, повторяющимся, богатым рельефным узором, она получается еще и суперпрочной. Именно за счет сочетания нитей, именно за счет их переплетения между собой. Понимаешь, то есть слушай, и ну красота, вот... и практичность. Слушай, ну вот сколько будет такое покрывало служить, если оно суперпрочное? Ой, ты знаешь, бабушка бы моя сказала, цены ему нет и сносу нету. Да, вот просто такие вещи она называет вечными. Но на самом деле очень хорошая норма у гобелена. Вы просто можете класть его в свой сундучок и передавать по наследству гобеленовое покрывало. Действительно суперпрактичная ткань, которая не запыляется механическим повреждением, не подвержена. Ткань, которая не стирается со временем, потому что добавлена современная инновационная нить к хлопку и выглядит как хлопок, а по практичности, как будто это самое настоящее инновационное полотно. Так что покрывало Эсперанс сегодня соединяет в себе вот эту красоту. Ты знаешь, таких знатных домов 18 века, тот период, когда гобелены были очень в России так вот известны и считались украшением особенным, с суперпрактичностью современной нити. Суперпрактично, ну и, конечно же, модно во все времена. Это покрывало Эсперанс. Не протирается, ничего с ним не случится. Долговечно.
вечная. А это значит, еще и будет практичной новой обивкой для вашей мебели. Сколько сейчас стоит просто перетянуть диван, просто кресло перетянуть в новую обивку? Вот, например, из гобелена. Мы узнавали, стоит такая роскошь примерно 7-8 тысяч, если учитывать кресло. А у нас есть односпальный кресельный размер. 799 рублей. Популярное предложение, остается всего лишь, по-моему, чуть больше 100 покрывал во всех четырех размерах. Просто зайдите в магазин, спросите односпальный размер. Не все даже знают об этом, а у нас такой размер есть. Ведь многие сегодня приобретают по 3 покрывала 1 евро размера и 2 односпальных и полностью обновляют свою мебель. Обновляйте и вы вашу мебель с покрывалом Эсперанс. Обновляйте вашу мебель надолго, практично, ну и, конечно же, со вкусом.